Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Дитол, и мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды, Кавабанга, друзья. Мы сегодня продолжим проходить пятую главу, у нас сегодня по плану эпизод 11 и эпизод 12, а также по плану показать вам нового героя в нашей команде, как я и обещал. Давайте перенесемся в бой уже и начнем. Мы убираем, кого мы уберем? Давайте все-таки пока что Змейка-Карая, мне меньше всего нравится. И я возьму Донателло. Да, вы правы, у нас Донни, наконец-то, у нас уже практически полный состав черепах. У нас есть трое, которых я вам уже показал. Нет, Донни еще не показал, но сегодня покажу. Дальше у нас будет Микки на очереди. Так, Карай говорит, вот оно, измерение X. Это огромный глаз, она удивлена. Не дай внешнему виду сбить тебя с толку, здесь очень опасно. Надо держаться рядом, и нельзя терять фильтры, атмосфера тут ядовитая. Так, ну что ж, сюжетная линия продолжается. Ух ты, прикольно, как здесь круто. Красота-то какая, и кренги громадные, пузатые. Отлично. Так, кто у нас будет первый атаковать? Фу, в Рафи уже контратаку успел нанести. Лео, массовую атаку. Применяй, Лео. Лео, хорошо, отлично, Лео. Так, интересно, а мы сможем вообще пройти или эти левелы или нет? Получил дамаг у нас, железная глава. Так, смотрим атаки Донателло. Давайте прям самый первый начнем. Самая первая атака. Он берет свой бо, раскручивает ее и наносит удар. И есть шанс подлечиться на 15% хпшки максимального. Хорошая способность. Раф. Давай, Раф, обычную атаку, я думаю, мы вынесем в легкую. Да, в легкую вынесли. Железная голова, массовую атаку. Вообще, Донни, мне кажется, очень полезный. И игрок в составе нашей команды. Сейчас вы поймете еще почему. Я покажу другие его способности. Они действительно полезны. Так, тихо-тихо, Крэнк, не раскидывайся, не распуляйся. Лео подлечился, и это уже хорошо. 777 урона, и мы прошли первую волну, у нас уже вторая волна сейчас будет. Так, вторая волна. Все, в принципе, противники очень похожи. Так, смотрите, Лео. Донни, у Донни вторую атаку, смотрим. Он делает определенные расчеты и массовую атаку. Массовая атака, это уже большой плюс. Раф, давай-ка скажем, чтобы все атаковали тебя, иначе, мне кажется, железную голову очень быстро сольют. Хорошо. И еще повышен шанс критического урона. Отлично. Так, у нас железная голова, будем бить, давай вот по центру прям ударим. 501, слабоватенько, хиловатенько. И у нас Макман. Ну что ж, Макман, давай используем твою способность, несмотря на то, что можно было бы ее оставить на финальную волну, но здесь она тоже, мне кажется, уместна, просто разорвать всех пух и прах. Так, здесь огромные вот эти вот звери, кренги. Я точно не помню, как они называются в мультике, обязательно напишите, кто точно знает. Кстати говоря, есть один подписчик, который постоянно мне рассказывает и делится со мной информацией, где находится, в какой локации. Блин, спасибо большое, спасибо вам, что вы просвещаете меня. Так, Лео, давай мощную атаку применим. 1926 критом и вынес этого Йети. Просто он похож на Йети, мне кажется. Йети Крэнк какой-то. Донни, смотрите, третья способность его, что она из себя представляет? Он делает щит. Да, дорогие друзья, есть щит, щит на себя накладывает, на своих союзников. Очень полезная атака, очень, ну, не атака, а способность. Про четвертую способность я вам так скажу, она пассивная. Так, давайте повысим дамаг у всех наших союзников. У нас и будет и дамаг повышен, и защита повышен. Вот бонус двух черепах. Уже ощутим. Что у нас? Железная голова. Атакуй! Поджог Крэнга 1416. Сильно Йети атаковал. Смотрите, как мало урона его нанес. И сейчас тоже очень мало урона нанес. Смотрите, сколько положительных бафов на наших героях. И это круто. Это реально круто. Так, по Крэнгу справа будет наноситься периодический урон. Блин, не в тему, придется все-таки атаковать. Что поделаешь? 1115 урона. Хорошо. Макман, поэтому пониженная, а поэтому нормальные. Зеленые руки в бой!
3146! Блин, я еще не видел, чтобы кто-то носил такой урон. Смотрите, четвертая способность Донателло, она пассивная. И что она заключает, что есть шанс увеличить дефенс от воздействия, но только у себя самого. Но это в начале хода. Как видите, пока что ни разу такого не произошло. А вот пятая способность, вообще написано, что она массовая. То есть она так, он бейсбольный мяч подбрасывает как бомбу и бросает врагов, атакует. Но, как видите, она абсолютно не массовая. Не знаю, может какой-то баг не пофиксили. Надо ждать обновления, может. Так, либо неправильно перевели. Лео нанес удар. Ой-ой-ой, ничего себе! Из задницы пушки. Ничего, это круто. Вот это нежданчик. И это тоже. Прямо из задницы. Ну, как так? Да. Раф, давай. Обычная атака 1299 и критом. Фух. Ну что ж, мы прошли 11 эпизод, сейчас мы получим свое вознаграждение, свои бонусы. Конечно, надо их забирать, все, они нам все пригодятся. 50 мутагена и джойстик. Все это мы используем, я уверен. Так, эпизод 12. Эпизод 12, состав команды мы оставим тот же самый. Фух, у нас здесь будет босс, даже два босса. Ёктерный театр, ну ладно. Все идет по тому плану, который был выбран Крэнгом в качестве плана. Да, черепаха создает много проблем для Крэнгов. Крэнги должны остановить черепаху, пока черепаха не остановит Крэнгов. Крэнги в этом согласен. Черепаха должна стать новым планом Крэнгов. Опять эти диалоги Крэнги с Крэнгами. Они никак не определятся, кто же из них Крэнг. Каждый из них Крэнг. Все стабильно. Так, что же у нас? Массовую атаку по нам нанес паучочек. Я думаю, нужно еще массовую атаку. Да елки-палки, ну что ты делаешь? Угу. Лео, держись, держись, дорогой мой друг. Давайте массовую атаку, теперь наша очередь. Покажи им! Бум! Вот и наша массовая атака. И тихо-тихо-тихо, держитесь все держаться. Лео, ты тоже... Смотрите... Они прям атакуют и атакуют. Ой-ой-ой-ой-ой! У нас Лео практически слег. Что нам делать? Что нам делать? Давайте массовую атаку. Нужно побыстрее их разносить. Побыстрее. А их атака еще будет... Ничего себе, он контратаку применил. И тоже контратаку применил. И... Так-так-так. Тихо-тихо-тихо-тихо. Фух. Фух. Это было что-то... Что-то как-то тяжко на самом деле. Я уж боюсь, что мы не пройдем. Я боюсь, что я не рассчитал, и мы можем сейчас конкретно прогореть в этом плане. Так, давай-ка. Железная глава, добей их. Фух, добил. Слава тебе. Слава тебе, железная глава. У нас вторая волна, и нам нужно срочно, чтобы был Лео. Лео атаковал, но, к сожалению, у нас Макман атакует. Макман, давай мощную атаку, прям массовый их, снеси кого-нибудь сразу. Фух, хорошо, двух уже вынес, и Лео у нас подлечит, подлечит. Давай, Лео! Слава небесам! Так, что же будет делать? Оскорбление, все атакуем тебя, как скажешь, так и сделаем. А у нас там все атакуют Раф и контратака. А, Раф и контратака, и еще контратаку. Вот так вот, просто Рафин наказал. Наказал их за первую волну. Фух, это было правильно. Так, давай. Донни, я надеюсь, ты еще себе подлечишь. Подлечишь? Нет, не подлечил. Раф, обычную атаку, я думаю, будет достаточно. Да, хорошо. Все, третья волна у нас босс. Как я понимаю, должен быть каменный великан. И кто еще будет? Так, да, вот он, каменный великан. Вот он. Ух ты, а вот этого я не знаю. Это еще какой-то розовый великан. Такого я еще не видел. Честно, не видел в мультике. Напишите, кто это, если вы знаете. Я думаю, они очень сильные. 46-го левела. Если б я знал, мама моя родная, я бы поднял левак у наших героев в разы. Просто в разы. Ладно, будем стараться. Так, мощную атаку. Вот, железной головы, и периодический урон будет наноситься. Хорошо, Макман, давай-ка тоже по нему, прям по нему, с железными кулаками своими, зелеными. Бам-бам-бам, 1592, практически пол хпшки вынесли. Он атакует, что он сделает?
Ой-ой-ой, мать моя женщина. И тоже массовые. А у нас все атакуют Рафи. Лео лег. Лео слег. Дорогие друзья, воу, это очень опасно. И Раф слег. И Донни слег. Железная голова. Железная голова. Держись. Держи, железная голова. Положили. Ёлки-палки. Какие же они сильные оказались. Я этого вообще не ожидал. Просто они разнесли в пух и прах мою команду, которая, как я думал, будет достаточно для победы. Фух, это очень обидное поражение. Очень обидное. Я даже не знаю, дорогие друзья, я такого не ожидал. Я не ожидал. Это действительно такое поражение обидное. Есть все, чтобы прокачать и команду. Ну ничего, дорогие друзья. В следующем видео мы обязательно нанесем ответный удар и победим этих злодеев. Мы справимся. Я прям прокачаю, так прокачаю своих героев. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Детол. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.